Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я вам расскажу огромное количество информации про новые бесплатные лимитные вещи в Роблоксе, и они в большинстве своем будут в стиле Дня Святого Валентина. Да, он, конечно, у нас уже прошел, кстати, всех поздравляю с прошедшим праздником, но вещи остались, и они просто офигенные, поэтому сегодня мы с вами пойдем их получать. Также покажу туториал на огромное количество доминусов, они у нас просто сейчас штампуются на раз-два, и также в конце этого видео обязательно досматривайте его до конца. Я вам расскажу инсайдерскую новость, покажу новые вещи, которые будут в скором времени в игре Walmart Discovered. Так что будет интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и также вступайте в мой телеграм-канал. Ну что ж, поехали! Не знаешь, где быстро и выгодно приобрести робуксы? Тогда тебе на playrock.com. Playrock — это маркетплейс игровых товаров и услуг, в котором более 400 игр и приложений и широкий ассортимент игровых товаров. К примеру, сейчас 400 робуксов можно купить со скидкой 12% за 439 рублей. Донат осуществляется легально через официальный магазин в игре. Покупка осуществляется в пару кликов. Первое, выбирай нужный товар, оплачивай удобным тебе способом. 10 минут и все, 400 робоксов у меня на аккаунте. А также помимо доната здесь можно купить аккаунты либо предметы. Рейтинг у плеерка 5 звезд. Более 2 миллионов отзывов, оставленных после покупки. С playrock.com ваши покупки всегда в безопасности. А также сейчас проходит коллаборация Playrock с Burger King. Для тех, кто любит вкусно поесть и хочет получить до 4500 робуксов по промокоду. Playrock.com, ссылка в описании. Ну и в первую очередь, ребята, я вам хочу показать вот такую классную лимиточку. Это у нас вот такой вот стильный красно-черный доминус в стиле Дня Святого Валентина. Сначала я буду показывать вещи, которых осталось не так уж и много, но их еще можно получить. А в конце этого видео буду показывать вещи, которые остались в большом количестве. Ну что ж, начну вот, ребят, пожалуй, с этого доминуса. Сейчас на данный момент осталось уже 475 копий, но еще можно получить. Давайте примерю на себя его. И сразу же хочу сказать, что получать его будем вот в этой игре, Click for UGC. Все ссылки, ребята, оставлю в описании к этому видео. Ну и вот так вот, ребята, он смотрится на мне, выглядит просто шикарно, думаю, всем его стоит получить. И сейчас давайте зайдем в эту игру, расскажу про задание. Ну и вот, ребят, смотрите, как только мы с вами зашли в эту игру, здесь сбоку у нас находится задание. Наша с вами задача сделать миллион кликов для того, чтобы получить этого доминуса. Делать это мы с вами можем, просто нажимая на синюю кнопочку, либо, ребята, я вам всем советую скачать автокликер, если вы играете с телефона, либо с компьютера, вот, вы можете это делать бесплатно, чтобы он за вас это делал, потому что если вы будете сами это делать, то будет это очень долго, поэтому лучше, конечно, установите. Сбоку вы можете отслеживать свои результаты, и в целом, как видите, очень много тех, кто уже почти набрал миллион кликов, так что сделать это реально. Еще также, помимо этого доминуса, в игре осталось довольно-таки большое количество лимиточек, в том числе волос классных, которые я уже рассказывала, который вы можете сейчас забрать к себе в инвентарь. Задания у них чуть-чуть попроще, нужно брать всего лишь 400 тысяч кликов, ну никак не миллион. Миллион в целом тоже, ребята, можно забрать, но сделать это будет, конечно, сложнее. Ну что ж, идемте к следующей информации. Ну, следующее, ребята, что мы с вами сейчас можем получить в Роблоксе, это вот такие стильные очки с сердечками, забыла название. Смотрите, количество копий у нас 3000, на данный момент распродано всего лишь 292 копии, на удивление, кстати. Я думала, быстрее их разберут. Смотрите, эти очки мы с вами будем получать вот в этой игре Play for UGC. Здесь, ребята, наша с вами задача набрать 400 тысяч поинтов времени для того, чтобы получить эти очки. Давайте сейчас на себя их примерю, покажу поближе. Ну и на мне они смотрятся вот так вот. Посмотрите, как здорово. Смотрите сами, хотите получать или нет. И смотрите, ребята, как только мы с вами прогрузились в этой игре, нажимаем на Get UGC, и здесь мы с вами видим, что нам нужно, да, собрать 400 поинтов времени, чтобы получить эти очечки. Также, помимо в этой игре, еще до сих пор нам доступны вот эти розовые рукава и также вот эти бело-черные ботиночки. Вот, смотрите, каждые полчаса мы здесь зарабатываем 10 тысяч бесплатных поинтов. Также у нас здесь есть рулеточка каждые 5 минут, которую мы можем прокрутить бесплатно. И также выполняйте, ребята, вот эти задания, за которые нам также дают дополнительные поинты времени. Сбоку вы можете отслеживать свой прогресс. Вот такое, ребята, задание. Все рассказала про эти очки. Идемте дальше. Ну и следующее, ребята, у нас на очереди. Это вот такая просто потрясающая, милейшая шапочка.
Посмотрите, какое, конечно, у нее задание. Это просто жесть. Я, ребята, вам просто решила про нее показать, потому что давно у нас не было таких классных лимиточек. Осталось всего лишь этой шапочки 35 копий. И представляете, какие-то просто сумасшедшие разобрали эту шапку моментально за 15 миллионов поинтов вот в этой игре UGC Don't Move. В целом, ребята, эта игра очень похожая на все остальные, про которые я рассказывала, поэтому я туда даже заходить не буду, потому что в целом принцип игры точно такой же, как и у всех других игр в АФК. Кстати, давайте сейчас я на себя ее примеру покажу вам поближе. Если, конечно, у вас в этой игре завалялись лишние 15 тысяч поинтов, то вы, конечно, можете себе ее забрать сейчас в инвентарь, но я не думаю так, что у кого-то из вас так много осталось. Выглядит, конечно, эта шапка просто офигенно и подойдет к очень большому количеству вещей. Вот такое, ребята, задание. Ну, а теперь идем давайте к чему-нибудь более реалистичному. Следующее у нас на очереди, ребят, это вот такой вот Доминус. Тоже, ну, хотя даже не знаю, Доминус это можно его назвать или нет. Больше похоже на какой-то просто головной убор. Количество копий, ребят, у нас этого головного убора 750 штук. На данный момент осталось еще 469 копий. Давайте сейчас покажу на себе его поближе. Выглядит он, конечно, просто офигенно. Розовый стиль, все так, как я люблю. Также, ребята, в этой же игре UGC Don't Move мы с вами можем его получить. Да, все-таки, ребята, это Доминус. И посмотрите, как он интересно перекрывает мое лицо. Ну, наверное, носить его лучше нужно, конечно, без волос. Смотрите, задание следующее. Набрать 2 миллиона поинтов. Ну, в этой игре, конечно, я обожаю задания. Они всегда у нас вот такие вот довольно-таки непростые. Но в целом, ребята, играют, разбирают же, значит, все-таки все реально. Ну, а я, ребята, перехожу к следующей лимиточке, и это у нас волосы в всеми нашей любимой игре UGC Match Race. Наша с вами здесь задача набрать в этой игре 15 тысяч поинтов времени и 60 побед выполнить. Количество копий, ребята, этих волос 750 штук, и на данный момент осталось еще довольно-таки большое количество. Эти волосы уже похожи на предыдущие, про которые рассказывала, но может вам нравится черно-синий цвет, и он будет хорошо сочетаться с вашим скином, поэтому почему бы и не получить эти волосы. Ну и так вот на мне они смотрятся, выглядят просто офигенски, даже с моей шапочкой довольно-таки хорошо сочетаются. Ссылочку на эту игру и на все другие игры предыдущие, я еще раз повторюсь, оставлю в описании к этому видео. Ну а я перехожу, ребята, к следующему Доминусу. Он у нас вот такой вот в черном стиле, и даже вот с такими интересными глазами. Количество копий, ребята, этого Доминуса 2500, и на данный момент уже распродано 2115 копий. То есть осталось еще немного, но в целом еще можно получить. Доминуса этого мы с вами будем получать вот в этой игре Spin for Free UGC. То есть вы уже даже с нами, наверное, поняли, что этого Доминуса мы с вами можем выиграть в рулетке. Ну и вот зацените, как он на мне смотрится. Мне кажется, если меня смотрят мальчики, то они точно оценят этого Доминуса, потому что выглядит он очень круто. Ну и чтобы, ребята, мы с вами его получили, смотрите, здесь вот сбоку у нас находится спин в этой игре, и каждый, ребята, буквально минуту мы с вами получаем бесплатный спин на прокрут. И так вот просто играем, ждем. У меня, как видите, ничего не выпало. Да, еще раз повторюсь, каждую минуту бесплатный прокрут. Тут, кстати, очень много мальчиков, видимо, действительно у Доминуса получают одни мальчики, хотя может быть и нет. Вот такое вот задание. Сбоку вы можете, кстати, отслеживать, сколько вы уже сделали прокрутов и сколько у вас также заработалось алмазиков. Ну и следующее на очереди у нас лимиточка, это также вот такой вот потрясающий Доминус в стиле Дня Святого Валентина. Количество копий, ребят, этого Доминуса сейчас 2500, и уже распродано практически 2000, то есть примерно 500 с чем-то копий еще можно получить. А именно сделать мы это с вами можем вот в этой игре Hearth Guest for UGC Free. Смотрите, здесь, ребята, наша с вами задача угадать этого Доминуса, то есть как бы не в рулетке, а сейчас я вам покажу, что тут нужно делать. Но давайте для начала покажу на себе этого Доминуса. Он, кстати, очень чем-то похож вот на этот, наверное, сердечками. Ну, и вот так вот он на меня смотрится, только есть у него еще рога и вот такие перья. В целом довольно-таки здорово выглядит. И смотрите, ребята, как только мы с вами прогрузились в этой игре, заходим вот в эту игральную колоду, и здесь я вижу, что я смогу сделать одно угадывание. Одно угадывание дается нам каждую минуту. Здесь мы нажимаем на кнопочку Guess, и сейчас, ребята, нам нужно с вами угадать, в какой штуке находится что-либо. В целом без разницы. Главное, ребята, играть в эту игру до тех пор, пока нам с вами не выпадет вот в этой игре Guess этот шлем. И мы с вами как раз-таки должны угадать,
где находится этот шлем. Только в том случае мы с вами его получим. Если в этой игральной колоде, точнее вот в этих окошках вы не увидите шлема, то просто играйте и зарабатывайте АФК, как их, поинты. Эти, ребята, нам поинты также засчитываются вот сюда вот. Нажимаем на АФК шоп и видим, что в АФК мы тоже можем получить дополнительные лимиточки. Только нужно нам накопить для вот этого, для вот этой, что это, для короны 250 тысяч поинтов, а вот для этого шлема нужно будет накопить 350 тысяч поинтов АФК. Каждый один поинт, каждый нам буквально засчитывается каждую секунду. Вот, и смотрите, мне пришло время еще на одно угадывание. Я тут простояла минуту, давайте посмотрим, повезет ли мне. Нет, ребята, тут я смогу только выиграть максимум, что это какие-то АФК монеты. Ну, тоже, кстати, неплохо. Вот такое задание, в целом попробуйте поиграть. Интересная игра, вышла буквально недавно. Ну и следующая на очереди, ребята, у нас лимитная вещь. Это вот такая стильная тиара с сердечками. Количество копий у нас 1000. И на данный момент доступно еще 772 копии. Это довольно-таки много. Получать, ребята, эту тиару мы с вами можем вот в этой игре по Bubbles for UGC. Я ранее уже про нее рассказывала. Думаю, многие про нее знают. В целом принцип в этой игре точно такой же. Только нужно зарабатывать поинты, лопая пузырики. И для того, чтобы, ребят, получить эту тиару, нам нужно заработать 500 тысяч поинтов, то есть лопнуть 500 пузыриков и простоять в этой игре также в АФК. Вот такое задание, давайте попробую сейчас на себе примерить, покажу на себе поближе, как она выглядит. Ну и вот так вот, ребята, она смотрится на мне, ну, как всегда, ребята, выгляжу как принцесска. В целом, очень классная лимиточка. Ну и я перехожу к последней лимиточке, далее у нас будут новости. Посмотрите, я самое классное оставила напоследок, это вот такой вот меч мы можем с вами сейчас получить в Roblox. Количество копий, как вы видите, 2500, и на данный момент распродано всего лишь 411 копий. Хочу сейчас, ребят, примерить его на себя и показать, как он выглядит. Получать, ребята, этот меч мы с вами будем вот в этой игре Valentine Spin for UGC. То есть вы уже понимаете, что здесь нам также придется выиграть в рулетке. И просто посмотрите, как он превосходно на мне смотрится. Это, по-моему, самая классная лимитка. Я бы точно ей дала первое место. Хотя, наверное, каждой игре говорю то же самое, что это классная лимитка. Ну, потому что она действительно офигенная. Чтобы, ребята, получить этот меч, мы с вами также должны его выиграть в рулетке. Вот в этой игре. В целом, ребята, один прокрут нам дается каждую минуту, и мы так просто играем, крутим, крутим, крутим до тех пор, пока не выпадет нам этот меч. Всем желаю удачи. Ну, а я перехожу, ребята, к следующей новости. И, как я обещала, я вам показываю новые лимитные вещи, которые в скором времени, скорее всего, будут в игре Walmart Discovered. Вот как видите, увидела тут для вас новость и сразу же рассказываю. Обнаружен автор, который загрузил вот такие лимитные вещи для игры Walmart. Как мы знаем, последний раз в Walmart мы получали зайчика вот этого, но его уже все мы раскупили. Так вот, в следующую очередь мы с вами ожидаем вот эти классные вещи. К сожалению, пока еще неизвестно, а нет, известно только вот про эту сумочку, что количество копий у нас будет 30 тысяч. А про все остальные вещи, вот, к примеру, вот эти сережки и также ауру сердечками, еще пока ничего не известно, какое количество копий будет и какое задание, тоже пока непонятно. Даже еще сам баннер в этой игре тоже не обновлен, только показано вот про этого зайчика. Так что вот такие новости, пишите в комментариях, нравятся ли вам новые лимитки, идите их получать, все ссылочки будут в описании к этому видео. И всем большое спасибо за просмотр и то, что досмотрели до конца это видео, обязательно поставьте лайк, до новых встреч!